Амичи жалуются на горы снега, появившиеся рядом с их домами на улице Долгирева. Жители частного сектора считают, что в этом виноваты сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт». Те не отрицают, что заваливают частный сектор кучами грязного снега, но говорят, что это их территория. Все подробности у Елизаветы Василевич. Вы свозите сюда, потом это топит нас всех. Зачем из города везете снег сюда? Внезапное появление спецтехники ночью заснял житель частного сектора. Мужчину возмутило, что снег, собранный в городе, сваливают рядом с его домом. И делают это, как он считает, сотрудники предприятия «Горэлектротранс». По словам жителей частного сектора, снег, убранный с трамвайных путей, сюда привозят регулярно. С каждым днем сугробы становятся все больше. О том, что совсем недавно здесь были грузовые машины, свидетельствуют вот эти следы. Заснеженная территория, которая находится менее чем в 50 метрах от частной застройки, никак не ограждена. И растаявший грязный снег может затопить десятки домов жителей улицы Долгирева. Добираться до школы или детского садика людям придется обходными путями, подвергая себя опасности. Так происходит уже не первый год. Весной тут вообще пройти невозможно. Ходим вот по рельсам, потому что здесь просто грязь и невыносимо тает. Снег этот весь пройти вообще невозможно. Руководитель предприятия уверяет, снег на их территории. Уборку трамвайных путей всегда проводят только ночью. И горы снега – явление якобы временное. У меня 80 километров трамвайных путей и 2 самосвала. Если я сейчас отправлю самосвал со снегом на полигон, то я очищу ровно 10 метров путей. А остальные пути я, в принципе, не смогу очистить. Сейчас он вывозится на Долгирево, на площадку, потом будет вывозиться дальше на полигон. Вот только когда это произойдет, не уточнили. В администрации Центрального округа подтвердили, жалобы от жильцов частного сектора уже поступали и подчеркнули, что снег обязаны вывозить на полигон сразу после уборки. Если эта территория, даже эта прилегающая территория принадлежит данной организации, она не должна, на ней не должен складироваться снег. Он должен вывозиться именно на полигоны. Снег вывозится в течение 2 суток. После этого мы уже начинаем действовать и привлекать к административной ответственности. На юридических лиц штраф идет от 10 до 100 тысяч. Однако одного лишь недовольства амичей мало. Нужно еще и зафиксировать на фото или видео непосредственно факт сброса снега, а также номера машин. И только после этого жаловаться в администрацию округа. А ведь собранный с улиц города снег не только опасность подтопления, но и угроза экологии. Сугробы могут быть загрязнены выхлопами и реагентами. Елизавета Васильевич, Анатолий Серов и Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.